Мы думаем, что два достойных соперника, и наша команда, и Железничар, это будет интересное противостояние двух амбициозных команд. Смотрамо, да су, да имамо два отлична противника, да су веома амбициозна одна и друга екипа. Я думаю, что преимущество то, что Железничар играет дома, а мы ответный матч играем, второй домашний свой матч, здесь не будет никакого преимущества, потому что сейчас правило выездного гола отменено, поэтому нужно стремиться и в завтрашнем матче к положительному результату, к успеху, так же, как и в ответном матче. Поэтому мое мнение, что это две достойные команды, и противостояние ожидается очень интересным. Смотрим, да су две экипы веома достойны, и да нема сутра ни одна экипа неку определенную превелику предност в односу на другу. У нас 24 человека в списке. 24 особи на списку, 24 грача. 21 полевой футболист и 3 вратаря. 21 играч и 3 голмана. Из 21 полевых футболистов мы двоих не включим на первый раунд Лиги конференций. От 21 футболера не будем включить в Лигу конференций 2 играча. Поэтому в противостоянии с Железничаром у нас будет 19 полевых футболистов в заявке и плюс 3 вратаря. Имаćemo 19, дакле, футболера и 3 голмана. Да, мы помним историю, то, что уже 38 лет назад Железничар и Минская Динамо встречалась в розыгрыше Кубка УЕФА, по-моему. Чини ми се, да су при 38 година они играли Кубку УЕФА. Это было, это уже история, это было достаточно давно. То е веч история, то е било довольно давно. Вот, поэтому сегодня это уже новое противостояние, новая история противостояния Минского Динамо и Железничара. Данас е веч то новая история и новые су, дакле, новые су противници ту. Поэтому мы готовы 100% к этому противостоянию и хотим выйти победителем в этом раунде. И 100% мы спремны и желаем изачи как победник. Мы очень рады, то, что ажиотаж в Сараево вокруг этого противостояния Железничар Динамо Минск. Мы очень рады, то, что будем играть в таком антураже. Пускай даже эта поддержка будет Железничара, безусловно. Но... Да, яко нам и драго, что играем в такой атмосфере. Нема вези, яко че Железничар в этом случае иметь вечу поддержку. У нас достаточно футболистов, которые участвовали на международном уровне. Это касается национальных, молодежных сборных. Поэтому мы очень рады, то, что будет хороший зрительский интерес и будет хорошая поддержка. Веома нам и драго, что че бити толико гледалаца и что че бити на сутрашнем матче толика поддержка. Всегда приятно, когда стадион заполнен и когда есть хороший антураж на стадионе. Увек е приятно, когда стадион у подпуности пополнен. Ну, в любом случае, конечно, поддержка своей команды – это, наверное, плюс для Железничара. Но еще раз говорю, мы, у нас достаточно опытных футболистов, чтобы, опять-таки, воспринимать зрительскую поддержку, болельческую поддержку Железничара как хорошее подспорье для того, чтобы в этой атмосфере также проявить свои сильные стороны. Добрый день всем. Что се тиче то, что че бити исполнен читав стадион и Грбавица, свакако да... Kad smo vidjeli da smo izvukli Železničar, znali smo otprilike da će što nas čeka i da će biti pun stadion. Svakako da je kao igraču bilo koje kluba ovdje prijatno da dođe da igra pred punim stadionom, znajući igrače i koji su igrali ovdje ranije i sve govorili su kako je atmosfera dobra. I nadamo da će sve proteći u fair borbi i da će navijači kao i uvijek biti nama davati i njima i nama motiv, njima malo veći za to što igraju, kao što su rekli, pred domaćem, na domaćem su tereni, njima će biti lijepo, mi ne treba da se uplašimo i mislim da ima dovoljno iskusnih igrača koji su igrali u inostranstvu i da što se toga tiče će svima prijati ta atmosfera samo. Skupljali smo informacije, ali isto nismo ni mi iz ovog dijela, da kažem, Evrope, tako sve što smo mogli, mogli smo da nađemo preko interneta, iz nekih insajdera, ali to što imam, nemam
imamo naravno sve podatke o Željezničaru, imamo kao svi što imaju ko je na spisku, ko je registrovan u utakmicu, analizirali smo igrače i to je to, ništa posebno, sada smo imali neki kontakt. Pa kogod da goste ođe, bit će mu teško, tako da sad mi nešto da očekujemo, da ćemo, naravno da mi ćemo se truditi da ne kažem da ćemo uraditi to, svaka ekipa koja dođe da pobijedi, nećemo da nešto se ustručavamo, ali svakako da pozitivan rezultat za nas je kakva god da se izađe sa pobjedom odade. Ne moramo nešto krupno, ali bit će teško, tako da idemo ka tome da pobijedimo utakmicu.